платье до колена. Что ни шаг, то, к счастью, ты синдром отмены моего лекарства разбавляй до дури. Как нечестный повар русым дымом кудри подшинай, то Коннор падают на кафель. Что не секс, то больно, подают фалафель, курица довольна. Что не шар, хрусталь, что не глаз, то третий. Да негде гроб поставить, не с кем старость встретить. Что не друг, измена, что не жук, то майский, гордость об колено, сука, сука! Постскриптум. Не служите по мне мессы. Призна памятных подаяний не бросайте в шапку оркестру. Научитесь играть сами, не ищите в объедках силы. Не взыщите. Разбавил красным души, пели на ветках красиво. Тушки их в целлофане ужасны. Ты на фракции делишь гений. Хочешь от самого Будды получить рецепт пельмени? Да ведь это простое блюдо. Просто мясо и просто тесто. Просто лепим, сжимая зубы из людей для людей. Тексты, да, сегодня слепил грубый. Вылезает вопрос крыши. Яд крысиный рецепт сбрось мне, скольких крыс надо сок выжать, оставлять ли в котле хвостик, да, твоим унесен ветром. Да, я помню витки кружев, да, не нужно порожних ответов, только ветер и был нужен. Содержание прошлых серий ничего о сюжете не скажет. Там, где вены впадают в артерии, у меня уже сломан. Дважды. Не сидите на самоизменах. Постскриптум решит, кто вы. Вы строки в моих катренах. Хорошие или хреновые. У каждого, наверное, был такой момент, вне зависимости от возраста, когда вы придумывали имена своим детям, будущим или потенциальным. Однажды придумали два, и это был единственный стих, который я написал наспор. Спор заключался в том, что эти оба имени будут включены в текст. Стихотворение называется «Хумус и Сия». Богиня проспавших, прошу еще миг внутри этой придурковатой болезни. Твои виноградины присно полезней, чем то, что мы давим и давим из них. Богиня растений, привет, Арс. Богиня растений, прошу, не проси, ведь ты же богиня, ведь ты непростая. Строкой из улыбок во мне прорастая так нежно, и до волдырей укуси. Богиня квадратов, оставь пантеон, твой лик слишком светел для иконостаса среди прихожан. Развелось пидорасов и плечи, блестят среди старых икон и хумус, по факту обычный горох. И Сия орет, как обычная шлюха, и на автомате летит оплеуха. Поддатый отец, никакой не пророк. Червями слипается розовый фарш и тянутся жилы, опять не до жиру квартирку. Пора поменять на квартиру, и ты ему в августе все-таки дашь.